Якутянин Николай Исак стал чемпионом Европы по парикмахерскому искусству. Открытый турнир проходил в Париже. В рамках международных соревнований Николай Исак занял первое место в номинации «Прическа для новобрачной», а также стал призером в блоке «Модная вечерняя прическа». Отметим, что в этом году в столицу Франции для участия в чемпионате среди парикмахеров приехали представители 500 стран.